Всем привет! С вами Мистика, игра Лига Ангелов. Сегодня мы с вами поговорим о привилегиях VIP-игрока. Для того, чтобы узнать, какие вы можете иметь привилегии, активируя VIP, вы можете зайти в меню VIP в верхнем левом углу экрана. VIP у нас активируется ровно на 30 дней, то есть на один месяц VIP-карта, и стоит она 900 алмазов. То есть для того, чтобы ее активировать, вы можете нажать кнопочку «Обновить». После этого у вас активируется VIP, и вы можете посмотреть, какие привилегии вы будете использовать в зависимости от уровня вашего VIP. Здесь вот все описано, все вы здесь можете посмотреть. Для того, чтобы посмотреть полностью описание привилегии, мышкой наведите на описание, и вы увидите полностью его. Также каждый день вы будете получать наборы VIP в зависимости от уровня вашего VIP. То есть начиная с 1 и до 10. В набор VIP входит золото, слезы ангелов и камень благословения. То есть этот набор вы будете получать только при активном VIP. Когда VIP у вас не активен, соответственно, этот набор вы получать не будете. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать о VIP. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал YouTube RBK Games. Пока-пока.